Омской области выпала честь принимать заключительный в этом сезоне этап чемпионата страны по одной из самых зрелищных мотокроссовых дисциплин – заезды на мотоциклах с колясками. Лучшие спортсмены России прибыли в Таврическое, чтобы окончательно расставить все точки над «и». Определяли сильнейших в двух сериях заездов. Сложились они совершенно по-разному и, как всегда бывает в технических видах спорта, непредсказуемо. В первом заезде лидировали экипаж под номером 27, а экипаж под номером 2, у них что-то поломка какая-то была в первом заезде. Ну и они ехали вторыми, в общем-то. А второй заезд все поменял опять. То есть они стали первыми, эти вторые. И так вот все этапы, до последнего идет борьба. Но несмотря на все сюрпризы данного вида спорта, лидерам по итогам предыдущих этапов Марату Шафигуллину и Алексею Бессарабову удалось взять пальму первенства и на этот раз. Хотя один из заездов прошел для них не самым удачным образом. В первом заезде выполнили свою задачу, а во втором заезде, ну да, мы отпустили Зырянову, потому что нам смысла не было за ним гнаться, так как он пропустил Вологде этап, и, ну и в первом заезде у него был сход. То есть он нам никаких, как бы, грубо сказать, не соперник в этом чемпионате. Всего за победу на непростой Таврической трассе боролись 9 экипажей, среди которых были и представители нашего региона. Самую большую поддержку болельщиков снискали местные мотокроссмены Илья Смагин и Сергей Лейс, которые вновь объединились в один экипаж, чтобы попробовать свои силы в состязании за высокие места и серьезные очки. В итоге им удалось взять бронзу российского уровня, а также стать победителями проходившего в эти дни чемпионата и первенства области. Я думаю, этап прошел для нас более чем успешно, с учетом того, что нашему тандему, то есть времени достаточно много, но последние 2 года мы не выступали вместе. Перед этим этапом 3 тренировки провели, ну и вот такой результат. То есть, я думаю, абсолютный максимум для себя мы выполнили. Если бы не поддержка родной земли, зрителей, организаторов, спонсоров, то есть было бы это все сложнее намного. Также за награды в рамках областных соревнований сражались мотокроссмены в классах мотоциклов с двигателями 50, 65, 85, 125 и 500 кубических сантиметров. Погода была сегодня не совсем мотокроссовая, было жарко, было тяжело. Но тем не менее, как бы, мотокросс есть мотокросс, мы сюда и ходим для того, чтобы преодолевать трудности. Это укрепляет и нас, и наших детей, и дает им, скажем так, твердость духа. Очень сложно было, соперники были очень сильные. Первый заезд я вообще плохо проехал. Перед стартом я очень переживал в первом заезде. И во втором я поборол свой страх и приехал первый. Нельзя обойти стороной и тех, кто, несмотря на палящее солнце, ветер и огромное количество пыли, на протяжении 2 дней поддерживали спортсменов. Впечатления очень хорошие. Во-первых, понравилась организация. Очень хорошая организация, все хорошо сделали, подготовили трассу. Самое хорошее, такое яркое впечатление от гонки, это то, что сын, когда совершил падение, не стал плакать, сел на мотоцикл и поехал дальше. И еще обогнал одного пацаненка и заработал 2-е место. В этот раз понравилось то, что очень много было участников на колясках, очень зрелищное шоу, падение на втором заезде. Ну, здорово, все весело, красиво.